Здравствуйте, меня зовут Нора. Я из компании Blue Elephant с Аглачения. Это наша фабрика. Сегодня мы с моей коллегой Алиса познакомим вас производственная линия со мной. Это вся наша фабрика. Это Шебиджелия, Италия, мощностью 9 кВт, очень известный бренд. Станок со Шебиджелием Ламиво. Это Синдайс 6000 WE, система управления, тайванский бренд. Паскуа связи ампли. Этот станок имеет магазин для смены инструмента на 8 ми. Он находится под полдолом. Это оснащено квадратной линейной направляющей Тайвань. Это линейного яскова. Это силово-двигатель яскова. Это редуктор японский символ, очень известный бренд Японии. Этот станок использует немецкие кабели и газ, имеющие сертификаты ULECE. Дальше моя коллега Алиса представляет вас. Здравствуйте, это Алиса из Blue Elephant Snow Tube. Сегодня я очень рада познакомить вас с наш станок. Я далее познакомлю вас с нашим станок части. Это станина машина. Он немного сильнее. Это автоматический отлег регулирует правильное положение доски, чтобы обеспечить более высокие точности работы и сэкономить время. Все части являются ключевыми частями машины. Это есть два набора цилиндров, можно закрепить две модели доски. Наша станина станка достаточно длинная, чтобы вакуумная система могла захватить доски за один раз. Повышение эффективной работы. Это подлесный станок. Имеет два шибителя мощностью 2,2 кВт. Воздушное охлаждение для взрывания. У вас также могут быть отверстия для вакуум. Это 45 градусов боковой префилатор. Это Т1 представляет собой задальные шпинатели, которые используются для пробивки и прорезания вертикальной поверхности 90 градусов доски. Т2 это 45 градусные шпинатели билиного полотна, которые могут открывать канавки ламино только на 45 градусной доске. Т3 главные задального билиного полотна Т3 может обрабатывать только ламино канавки или канавки для рисования на вертикальной поверхности доски под углом 90 градусов. Спасибо за просмотр. Добро пожаловать на наш завод. До следующей встречи. До свидания.